Девочки и мальчики, привет всем! Я и Алена, Алена и я. Мы сделаем видео для вас. И, как говорится, у нас хорошие новости. Алена! Всем привет! Здравствуйте еще раз! У нас, да, действительно хорошие новости. Мы выставили квартиру на продажу. Очень интересный, хороший вариант. И мы сейчас его вам покажем. А, бюджетно, дорого. Вернее, дорого для, хорошо для инвесторов именно купить, и бюджетно в плане именно цены, сколько вы потратите, но хорошая инвестиция. А локация какая? Локация потрясающая. На самом деле в центре прям всего города, рядом два озера, причем есть доступ к обоим озерам. Ярочки, держи, говори. Так, пока говорю я, Наташа очки потеряла. В любом случае, бывает. Да, у нас есть здесь два красивых озера. Это центр города Орландо. Угу. Квартиры, две спальни, две ванные, 1400 квадратных фитов. Это огромная квартира, на самом деле. Очень большие спальни, очень большой зал, хорошая площадь столовой, есть балкон. Вы сейчас сами все увидите. Поехали. Ну что, заходим мы отсюда. Здесь получается общий такой вот предбанник. Дверь на четыре хозяина. Два хозяина внизу, два хозяина на втором этаже. У нас квартира на втором этаже, то есть точно вам по голове никто ходить и стучать не будет. Идемте, да, покажем. И очень, кстати, там даже внутри в подъезде, как будто уже в доме. Смотрите, как красиво. Да. Соседи ухаживают, цветочки. Да. Потрясающе просто. Посмотрите вот это озеро. Прям сразу здесь озеро. Очень здорово. Подъезд. Да, получается у нас такой подъезд, то есть, как я говорила, две квартиры на первом этаже, две квартиры на втором этаже. Угу. И вот здесь еще под лестницей есть такое общее, место, где можно складывать какие-то свои вещи, коробки и велосипед. Да. Давайте поднимемся на второй этаж. Здесь еще ковролинчик. Да, все чистенько. Наша квартира на втором этаже. Заходим. Заходим. Сразу вы заходите, получается, у нас маленький коридор. Наташа, покажи сюда, пожалуйста, угу. В эту сторону. Очень удобная штука. Есть кладовочка для обуви, для вашей верхней одежды, чтобы ничего не стояло под ногами. Это очень важный момент. Хозяева поменяли полностью пол. Новый пол, новая покраска, новый кондиционер, новые люстры. Они много здесь чего сделали. Они полностью обновили обе ванные. Вы сейчас это все увидите. Единственное, что они не сделали, это кухня. И объясню, почему. Кухню хорошо, на самом деле, сделать тогда, когда по своему вкусу вы хотите что-то сделать. То есть здесь есть такая возможность снести стену, например, да, и открыть пространство. Не захотите просто поменять кабинеты, поменять бытовую технику. В данном случае они решили это оставить для будущего покупателя на их вкус, как они захотят это сделать. Мы находимся в зале, угу. Огромная площадь, выход на балкон. Давай с балкона потом начнем. Балкон, и вы посмотрите, если у вас нет бассейна, ничего страшного, потому что общий бассейн здесь как будто принадлежит вам. Он у вас во дворе. Вы просто, и причем здесь, вам не нужно выходить с главного входа. И обходить, нет, не нужно. Покажи, Алена, где можно. Здесь есть секретная дверь, мы открываем эти шторочки, и у нас вот есть здесь вот такая дверь. Вот пойдем, пройдем туда. И отсюда у вас есть лестница, и вы здесь можете делать барбекю, все что угодно. Очень такой subdivision сделан в стиле такого садика. Здесь, кстати, два бассейна. Вот это один из них перед вами. Да, два бассейна. Просто прелесть. Хозяева каждой квартиры ухаживают здесь. Садят цветочки, все очень красиво делают, да. Стараются, чтобы было все красиво, чистенько. То есть, ведь на первом этаже вот они еще имеют возможность такого кортьярда, но у нас есть второй этаж, это тоже большие преимущества. Да, все, идем. Так. Дальше. Очень хороший момент, когда есть всегда дополнительная... Ой-ой-ой, я себе чуть не... палец не... вообще-то прищемила. Прищемила, да? Ага, сейчас, секунду. Вот так и так. А, да, есть хорошее место для кладовки, где вы можете ставить свои какие-то коробки. Ну, вот видите, все, что не нужно, то, что не нужно под рукой, уходит сюда. И это очень важное такое место. Балкон. Представляете, какая вообще штука? Да, и штука. Прищемила палец.
Так. Это издержки работы. Издержки работы. Да. Балкон очень удобный, уютный. Есть москитная сетка. Угу. Естественно, здесь у хозяев, у продавцов, видите, есть еще дополнительный такой скрин, который можно опустить вниз. И если солнышко светит, можно сделать такой свой своеобразный тенечек. Но мне очень нравится, если у вас дети или вы сами любите бассейн, все, вышел, пошел в бассейн. Вообще это вот тоже нравится, да. Да? И заходим опять в кондиционер, где хорошо и прохладно. Угу. Опять же, отличная зона для зала, для того, чтобы здесь поставить свои диваны, кресла, в любой конфигурации. Места очень много, комната огромная, большая. Мы делали замеры, по-моему, 19 на 20 фитов по размеру. Есть еще здесь зеркало. Зеркало еще, естественно, увеличивает пространство. Да. Этой комнаты. Дальше мы идем с вами. Это у нас уже начинается зона столовой. Видите, хозяева, продавцы, они собираются потихонечку уже уезжать, переезжать, поэтому очень много нет мебели и просто есть несколько коробок. Новая люстра, опять же, новые полы, новая краска на стенах. Эти две дверочки можно закрыть. Это вход на кухню, то есть можно сделать приватность, да? Можно их открыть. Как я говорила, кухню продавцы не трогали специально, потому что у людей действительно есть разный вкус. И можно, ну, то есть кто-то захочет кабинеты в такой конфигурации, кто-то другой. А кто-то захочет стены сломать. Сейчас любят и белого цвета, и серого цвета кухню, и бежевого цвета. Кто-то даже темно-синим красит. У всех разный mm-hmm. дизайн. Они постарались сделать такую палитру достаточно нейтральную, то есть более серого цвета полы, более такого серого цвета стены. То есть и на этой палитре можно уже сделать игру красок, хоть во всю радугу. Вот, стиральная сушильная машина находится на кухне, можно закрыть их такими дверочками складными. И они остаются, кстати. Да, вся бытовая техника остается, да, она не новая, но она остается. Mm-hmm. На первое время вполне можно с ней работать. Если же вы покупаете для себя, и это инвестиция, можно оставить все как есть, ничего не нужно делать. Если вы покупаете для себя, можете переделать эту кухню, что делают очень многие люди, они сносят вот эту стену. И в итоге ваша кухня открывается полностью в да. столовую и в зал. Здесь можно сделать барную стойку. Конфигураций очень много, поэтому правильно приняли решение продавцы не увеличивать цену из-за того, что они сделали новую кухню, а поставить как есть. И цена, соответственно, в районе 25-30 тысяч. А мы с тобой не сказали меньше. Цену. Нет, мы еще не сказали цену. Мы хотим, чтобы нас посмотрели до конца. Так вот, на 25-30 тысяч меньше мы поставили цену за эту квартиру, учитывая то, что здесь будет сделан ремонт. Я вам расскажу о том, почем здесь вообще продаются квартиры позже. Дальше мы с вами пройдем и покажем главную хозяйскую спальню. Вот, кстати, здесь коридорчик и там еще одно. Ну что, если я буду стоять вот здесь, я тут даже могу за кровать зайти, посмотреть, сколько места. Огромное место. Я думаю, что я маленькая стала, да? Mm-hmm. Комната огромная. Здесь встанет не только mm-hmm. кровать-король, king-size bed, здесь встанет еще и огромные тумбочки, mm-hmm. и дрессер можно поставить, и шкаф еще дополнительный, если он вам нужен. Да, она огромная. Два окна дают потрясающий свет в комнату. Комната очень светлая и большая. А, кстати, все межкомнатные двери тоже новые. Смотрите, пожалуйста, у нас ванная. Они поставили новый шкафчик сюда, новую раковину, новый унитаз. Положили плиточку в душевой кабине. То есть видно, что все плиточка, все новое угу. было сделано. Опять же, пол везде идет одинаковый. И очень хорошая гардеробная, в которую можно зайти. Ну вот сейчас да, продавцы собираются полки, уже. Это все, да, все можно коробки. Переделать эти полки, то есть это уже по вкусу. Но огромное место для ваших вещей. И, соответственно, вот здесь у нас такой коридорчик, напротив у нас другая спальня, но до этого есть вторичная ванная. Тоже новый шкафчик с новой раковиной, новый унитаз. Везде положена плиточка. Сейчас мы с Наташей поменяемся местами и на полу, и на стене. Новые зеркала, новые светильники. Так, Наташ, покажи, пожалуйста, ванную. Угу, видите, как они все хорошо отделали. Все новенькое, все. Да, сейчас заходим в нашу вторую спальню. Вы тоже увидите, какой хороший размер комнаты и потрясающий вид из окна. Да.
Это, наверное, самая меблированная комната из всей квартиры, ну, потому что, как я сказала, продавцы уже потихонечку собираются переезжать. Вот совсем чуть-чуть у них что-то еще осталось. И комната тоже потрясающего размера, очень хорошего, вместительная. Сюда вместится и king-size кровать, и queen-size кровать, и две кровати, и даже двухэтажная кровать, если у вас детки. То есть, или будете сдавать кому-то с детками. То есть, комната очень вместительная. И у нее тоже есть гардеробная, в которую можно войти, кстати. Посмотрите, какого хорошего размера. Да. И везде вот такие двойные полки наверху, очень хорошие. Опять же, повторяюсь, полы везде были поменены, комнаты полностью перекрашены, межкомнатные двери у нас абсолютно новенькие стоят. Здесь у нас вид на озеро, Наташа покажет из окошечка. Угу. При том, при всем, что вы видите здесь дорогу, эта дорога не шумная абсолютно, и потому что стоят хорошие достаточно окна, двойные. Стеклопакеты. Да, стеклопакеты, шума никакого нет. С улицы совершенно. И красивый вид, когда встаете. Но локация на самом деле изумительная. Здесь близко все, абсолютно все. Я еду сюда 15 минут, допустим, от своего дома, потому что это центр Орландо. Это самый центр. Да, и очень хорошее расположение дорог, развязка дорог потрясающая просто. То есть можно и с платной дороги, и бесплатной дороги сюда заехать. Из даунтауна, угу. Из запада, и с востока Орландо. С юга, с севера, в принципе, очень такое центральное расположение и очень пользуется спросом. Мы вам покажем обязательно весь комплекс, покажем еще, пройдемся, посмотрим с вами клабхаус. У нас очень много сюрпризов для вас. Да. Мы от квартиры поехали показать вам клабхаус, показать вам, где бассейны.
Да, там бассейн. Комплекс очень чистый, очень хороший. Дома такие кирпичные, знаете, очень прочные. Не деревянные однозначно, потому что постройка, вот конкретно наш дом, в котором находится квартира, была в 69-м году, он был построен, поэтому однозначно строили тогда совершенно по-другому. Не говорю, что сейчас плохо строят, но все равно отличается даже как это делалось. Все ухаживают за своими домиками. Мы потихонечку едем за машиной за одной. Так. Многие соседи прям делают такие красивые садики, палисаднички, да, впереди дома. Кто-то делает, кто-то нет, но стараются ухаживать, все очень чистенько. У каждой квартиры есть одно парковочное место, которое вам приписано, и есть свободная парковка. Вот она не имеет никаких обозначений, это говорит о том, что может парковаться любой человек. Так что парковки точно хватит всем, и вам, и вашим гостям. Да, вот видите, на парковке написано, вот там, а на какой-то парковке не написано, то есть вот здесь показывают. Вот там, где не написано, может стоять вторая машина и третья, и ваши гости. Да. Мы сейчас едем к клабхаузу, чтобы показать вам, сколько возможностей дает этот комплекс, потому что HOA здесь может показаться достаточно высоким, $601 в месяц. Но состоит вопрос, а что же включено в этот HOA? Так вот, мало того, что здесь есть два бассейна, здесь есть фитнес-центр, здесь есть клабхаус, здесь есть сауна, есть джакузи, есть стоянка, для, где вы можете мыть машины. Вот, кстати, мы сейчас ее проезжаем. Вот здесь вот ее можно мыть. Есть вот также вот с правой стороны, мы сейчас проезжаем, это парк для собак, где можно выгуливать собак прямо за специальным заборчиком. В самом клабхаузе есть еще второй этаж, куда можно подняться, его, это место можно арендовать и делать какие-то вечеринки, праздники. Там есть даже специальное, скажем, такое место, как для барной стойки и так далее. То есть очень удобно, на самом деле это очень удобно, чтобы не приводить там гостей к себе домой, если это мало места, можно вполне арендовать помещение. Кстати, если кто помнит мое видео, где я отмечала 50-летие, нас было трое, да, кто отмечал день рождения, мы это делали именно в этом клабхаусе. Так что вот. Вот видите, я даже не знаю, где отмечала Наташа Алена не 50-летие свое. Это 5 лет назад было, потому что мы... Ну да, мы с тобой даже, мы были знакомы, но мы не общались, да, настолько активно, как это делаем сейчас. Так что мы сейчас все вместе проверим, в каком состоянии. Там шикарный клабхаус и шикарный бассейн рядом с ним. Находится клабхаус, да, где отмечала Наташа свое 50-летие. Так, паркуемся. Угу. Мы с Аленой идем в бассейн и в клабхаус. К бассейну, не в бассейн. Бассейн мы не будем гулять. Нет, купальники мы не взяли. Нет. Кстати, сегодня первый раз я использую микрофон, и будем смотреть, какой звук. Надеюсь, отличный звук. Так. Так. Это второй бассейн, который... Да, это второй бассейн. Посмотрите, с видом имеет, тоже на озеро. Да, вид на озеро. Здесь есть прям док, с которого можно ловить даже рыбу. И также вы можете принести сюда свой каяк, лодочку, надувную, какую хотите. Paddle boat. Это когда, знаете, такая доска, и на ней стоишь ногами и плывешь, гребешь. И пользоваться этим озером. Да-да-да, я помню, как мы тут сидели на этом балконе все. А как ты сюда попала, интересно? 50 лет. По знакомству, по блату? Да, по знакомству. Смотрите, как здесь, какой шикарный балкон. Алена открывает дверь. И смотрите. Посмотрите, какое потрясающее место, где можно отпраздновать. Барная стойка. Все. Целую свадьбу можно сыграть. Тут кухня, вот там, если пройдешь, там на кухню прям идешь. Помню. Этот клабхаус очень шикарный. Посмотри, какая здесь кухня. Мы здесь все это
тоже подготавливали, что-то разогревали. И здесь тоже был такой фруктовый стол, сладкий стол. Вот видите, такой клабхаус. Ты, если найдешь кадры со своего дня рождения, может, найду, вставишь? Конечно. Как раз люди смогут представить, какой праздник здесь потрясающе можно устроить. Да, место для библиотеки. Есть камин, огромный телевизор. У нас здесь стол стоял буквой П. 12, 13, 14, 16. Oh, yeah. I'm happy for you guys. I'm happy for you. You got a record. You got a record. I have a very special moment right now. I would like to invite son of Natalia, son. Артём. Please, come here. Please, come here. He came from DC, right? Caesar, yeah. Do you want to dance with your mom? Yes. Are you ready? Yeah. Okay, invite your mom. Okay. Please, applause. Aww. У тебя много людей было? Много. У нас было трое. Танцпол. Мы трое отмечали день рождения. А, на троих. Да, сообразили на троих. У каждого свои гости, но все были вместе, очень классно. Все понятно. Могу представить, как было весело. Да. Соответственно, есть туалеты мужские, женские, огромный телевизор. Все есть. То есть приходи, празднуй, гуляй, не хочу. Там я не знаю, что... Лифт. Это лифт, да, это если ты не Даже можешь подняться. Лифт есть. Да, это лифт. С потрясающим видом на озеро, конечно. Да, и вид на озеро. Здесь два озера.
Вот одно из них перед вами, а второе мы видим из рядом с квартирой. Окон нашей квартиры. Да. Вообще вот такой огромный зал у этого клабхауса, что... Алена, давай уже не томи всех, говори цену квартиры. Нет, я еще не закончила рассказывать про HOA. Так вот, кроме всего того, что я вам уже рассказала, включено сюда, также включена очень интересная здесь система охлаждения, кондиционирования в каждой квартире. То есть у вас, вот вообще в американской системе, как правило, есть два, ну так скажем, кондиционера. Один внутренний, один внешний, если я могу вот так простым языком вам рассказать. Так вот, в каждой квартире есть только внутренние юниты, а внешний, он один на всех. Это такая система, она называется Chill System. То есть ее используют, как правило, в огромных коммерческих помещениях, в НАСА, например, используется такая система. То есть это система такого старого образца, но которую ее оставили для огромных каких-то таких мощных коммерческих зданий. Очень удобная. Да, то есть обычно каждый владелец имеет два юнита, один внешний, один внутренний. И когда меняется кондиционер, в общей стоимости вы тратите там от 5 до 10 тысяч долларов, в зависимости, какой юнит вы ставите, какой кондиционер вам нужно поставить. Так вот здесь вам нужно следить только за своим внутренним юнитом. Внешний у вас общий на всех. Это один момент. Второй момент. Здесь есть общий бойлер горячей воды. То есть обычно в каждой квартире есть бойлер горячей воды, отдельно стоящий, в каждом доме. Опять же, это такая вот американская система сейчас. А старая американская система – это общий бойлер на все квартиры. То есть подача горячей воды идет из одного большого такого котлована. Ну или как, котлован, наверное, правильно, не знаю, бойлер. Давайте все-таки оставим слово бойлер. Вот. Поэтому, если мы говорим с вами HOA $601, он включает также интернет, он также включает кабельное телевидение, у вас есть подача горячей воды, она тоже включена, у вас есть кондиционер, система, которая внешняя, да, она тоже включена, два бассейна, теннисный корт, фитнес-центр, площадка игровая для собак, площадка, где вы можете помыть свою собственную машину. У вас есть доступ к озеру, который вот мы сейчас вот видим, как раз сзади Наташи стоит это озеро, находится. То есть можно на нем поплавать, если хотите, на нем можно порыбачить. Также входит уход за ландшафтом, есть менеджер, уход за экстерьером каждого здания, за крышей, и есть страховка на все эти здания. То есть $601, если мы сейчас посмотрим, сколько вам стоит интернет, $100 в месяц, сколько вам стоит телевидение, $30-$50 в месяц, сколько стоит нагрев горячей воды, сколько стоит кондиционер и потом замена и так далее, у вас получается HOA абсолютно нормальный, как обычно, во всех квартирах он и есть. То есть, в принципе, он где-то в районе $300 просто покрывает ваши собственные расходы. Поэтому мы не пугаемся $601 в месяц, потому что эти $601 в месяц включают около $300 тех, которые вы бы потратили так или иначе, все равно. Вот, цена. Внимание, цена. 229 900. 230 000. Я уже говорила, мы учли в нашей цене именно то, что не сделана кухня. А это в районе 25-30 тысяч может стоить вам кухня. Опять же, смотря какая, может быть, и 10 тысяч вы потратите на эту кухню. Но мы взяли прям самую большую цену, какая только может быть. Выше уже этой суммы точно не будет. Вы там больше уже туда ничего не всунете даже. За больше, чем за 25-30 тысяч. Поэтому кто купит, может использовать то, что есть, если это инвестиция. Вы даже можете сделать ремонт, и вы можете арендовать эту квартиру гораздо дороже. Если вы для себя, можете опять же пользоваться тем, что есть. Если есть деньги, сделать ремонт, доделать, скажем так, кухню. Но 230 тысяч долларов за центр города, за такой размер квартиры, 1400 квадратных фитов, в метрах, это сколько, Наташа, приблизительно? Где-то 130 квадратных метров. 130 квадратных метров с балкончиком, с выходом на бассейн, который практически у вас в внутреннем дворе находится. Ну, куда еще лучше. А сейчас квартира пендинг, сколько стоит? Да, и вот дальше. Сравнительные продажи, давайте пройдемся по ним. Трешка, три спальни, две ванны сейчас стоит
стояла на продаже за 299 тысяч на первом этаже. Она уже стоит под контрактом. Мы единственная квартира, которая есть сейчас в этом комплексе, и здесь практически никогда ничего не бывает на продаже. Поэтому у нас сегодня 4 сразу просмотра. Либо это уходит очень-очень быстро. Конечно же, как только квартира вышла на рынок, у нас сразу же в первый день уже 4 просмотра назначены тут же моментально, потому что это действительно хорошая цена, как для себя, так и для инвестора. Да. Если вы ищете что-то, быстренько стучитесь к нам, потому что конкуренция вполне у вас будет. Я думаю, что эта квартира долго на рынке не застоится за эти деньги, за эту локацию, за расположение, второй этаж. Вот честное слово. Вот прям искренне от всей души говорю, что это хороший вариант как для себя, так и для инвестиций. Подумайте. Это центральный выход или вход из клабхауса. Ага, и сюда, по-моему, так, пошли-ка посмотрим. Видите, вместе. Зеркалом. Ага. Ой. Да, о, здесь. Подожди, там были. Здесь. Посмотрите, какой там сюрприз и какая какой-то. Еще. Одна огромная комната. Бильярдные столы, теннис, эти, малый теннис. Да. И огромное какое помещение. Опять же, есть туалеты. Угу. И выход тоже к бассейну. Тоже телевизор. Работает телевизор. Туалеты, все здесь. Все. Пользуйся, не хочу, называется. Да, я помню. Мы когда отмечали день рождения наверху, здесь кто-то играл, кто-то здесь сидел, общался, кто-то на балконе, кто-то... Так, сюда вход в фитнес-центр, но дверь закрыта, не могу зайти, к сожалению. Ага. Но ну, вот здесь фитнес-центр находится. Фитнес-центр, да. Так, что-то здесь еще было интересное. Здесь опять, смотрите, раздевалка для женщин. Вот, кстати, да, для женщин. Woman, что-то. Там для мужчин. Закрыто, не смогла закрыто, я открыть. Да, вот здесь открыто. Здесь туалет. Угу. Кстати, еще вот хочу, знаете, показать. Вот это открывается ключом. Это комната, где есть у них парилка. Посмотрите, парилка специально уже здесь. Я свет включила. Здесь вы парите, здесь русская, можно сказать, баня, да? Оттуда вы можете выбегать в бассейн, если хотите, или в огромный душ. Посмотрите, огромный душ на двоих. Вообще. Столики поставили, что-то тут кушаете, что хотите. А здесь что? Здесь не для нас, как говорится, да. Вот, так что, вот, пожалуйста, вам сауна. Классно. Это сауна как раз из этой комнаты, где стоит бильярд. Это там тоже туалет Restrooms написано. Там мужской туалет, туалетов столько много. Да. Mechanical room, все это у нас уже... На лестницу. Угу. Да. Ну, пойдем вот так с парадного выхода. Ой, я покажу сейчас вам парадный вход. Вообще у них такой помпезный, так скажем, парадный вход. Красивый. Все, видите, все кирпичами сделано. Это еще на 200-300 лет этот дом будет стоять, наверное. Да. Вот. Это клабхаус. Красивый вход, почти да, как в церковь, красивый. Правда? Сам я вообще не видела никогда, что в комьюнити было там, где можно помыть машину, там, где выгулять собак, отдельный парк. Ну, нет, есть. Такой на самом деле есть. В некоторых комьюнити, конечно же, это все предоставляется, не но не во всех. Вот в этом это есть. Да. Ну, редко, значит, бывает. Все, мы поднялись опять в клабхаус и выходим туда, к бассейну. И, наверное, сходим к озеру посмотреть. Так, идем. Как вы помните, да? Вот это бассейн, это клабхаус шикарный. И здесь мы можем пойти на этот причал, или называется он док. Как хорошо. Кто любит рыбачить, тот, как говорится, сюда. И на целый день. Галка сидит. Наверное, это галка. Не ворона же полетела. Вот, пожалуйста. Сидишь и балдеешь. Там вот еще один док, но он принадлежит уже другим квартирам. Какая чистая вода. Чистая вода, да. Потрясающе.
можно половить рыбу. И это, кстати, натуральное озеро. Это не искусственно созданное человеком озеро. Можно кататься, как я говорил, на лодочках, вон они припаркованы, на пэдлбоут, на каяке. Я так понимаю, прямо здесь, в комьюнити, можно и арендовать эту лодочку? Не уверена. Нет, а может, это частная? Не уверена, это могут быть чьи-то лодочки, да. Да, ну или частная. Если ваша, то сюда, как говорится, с цепочкой. И прямо напротив нас вот теннисные корты. Угу. Угу. Комьюнити очень хороший. Что мы в конце скажем? Светит солнышко, нас обдувает бриз от озера. А вас мы ждем на показы. Да, приходите. Звоните. Наташа на телефоне, как всегда, вот на экране. Пожалуйста, мы будем очень рады вам показать эту квартиру. Будем рады, если вы станете нашими клиентами. И если она достанется именно вам. Да. До следующего показа. Не, красиво на самом деле. Я люблю такие места, где можно прийти. Вот это вот. Я бы здесь заряжалась бы после работы каждый день точно. Сидела, поставила бы себе тут стульчик. И кайфовала. Да. Ладно, пойдем все. Да. Пусть наши покупатели позавидуют, какое красивое место, да? Столько лодочек поставить просто. В любое время вышел? Да, да. И порыбачил.